это вот сюда мы положим. Для девочек, для мальчиков. Ручки, тетрадки, краски, пластилин, альбом для рисования. Словом, все необходимое для обучения собрали организаторы акции «Дорога добрых дел». Дети из многодетных семей получили школьные наборы к началу учебного года. Многодетные семьи нам дали списочки. Списочки девочки, мальчики, возраст 7 лет, 17, 2 годика. И все вот подарки деткам были собраны в зависимости от возраста. Для кого-то краски, для кого-то карандашики, кисточки, альбомчики. То есть в зависимости от возраста, плюс еще в зависимости от того, мальчик это или девочка. Подобные акции проходят не впервые. Это уже добрая традиция помогать многодетным семьям в подготовке детей к школе. Делаем как-то приятно детям, что 1 сентября они были готовы пойти в школу. Можем пожелать им счастья, здоровья, самое первое, что касается. А во-вторых, хорошей учебы. И также постараемся поздравить 1 сентября их. Иван, первоклассник, признается, немного волнуется. К школе готов, читать и писать умеет, а еще любит рисовать. Первоклассник заверил организаторов, учиться будет на отлично. Рюкзак собран, теперь он с нетерпением ждет свой первый школьный звонок. Очень жду, очень хочу. Лука говорит, то, что там неинтересно, но мне все равно очень хочется. Я хочу узнать побольше знаний и хочу попробовать что-то новое. Огромное спасибо благотворительному фонду «Счастье жизни». Отдельное спасибо Ирине Анатольевне. Ну, она наша поддержка, опора, она все, что может, она для нас делает. Всегда старается, всегда. Тематика, то есть к 1 сентябрю это канцелярия, к Новому году это что-то новогоднее, праздничные какие-то подарки, сладости. Ну, в общем, и на День защиты детей она всегда, дети довольны, рады. Дети – наше будущее, забота и поддержка самых юных – основная задача для организаторов акции «Дорога добрых дел». Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».